Спортсменка из Мирного взяла серебро турнира по боксу памяти Олега Каратаева, мастера спорта международного класса Советского Союза. Маргарита Белоглазова ездила на соревнования в Москву. Мирненко участвовала в категории среди девочек 14-15 лет в весе до 46 килограммов. На ринге провела два боя. В первом обыграла соперницу из Москвы со счетом 5-0 и прошла в финал. Уже в нем проиграла боксеру из Подмосковья. Разработали тактические действия, и с учетом того, что не хватило у нас практического опыта, после апреля месяца мы не проводили ни одного боя. Видимо, немножко мы не смогли отработать установки тренера. С раздельным решением судей мы данную встречу проиграли. Теперь Маргарита и ее тренер Родион Соломенник будут готовиться к первенству республики. А в следующем году Мирненко планирует участвовать в дальневосточном первенстве во Владивостоке.